Трагедия с ГАЗ-71, которая произошла 16 мая в Печорском районе. Виноват водитель. Это заключение гострудинспекции. В момент, когда гусеничный транспортер перевозил вахтовиков через ручей Большой Кременьель. Вместе с пассажиром из кабины он сумел выбраться на крышу. А вот 7 работников, которые находились в кунге, не успели этого сделать из-за закрытой двери и быстро поступающей жидкости. Также, как удалось выяснить, оценив обстановку перед переправой, водитель предлагал всем перейти на крышу вездехода. Однако против этого якобы выступили сами пассажиры. А когда ошибочное решение форсировать водоем было принято, машину в мгновение смыло течением и тут же унесло на дно.